Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем учиться вязать вот такое вот овальное изделие. Это может быть сидушка на табурет, может быть коврик, либо же просто красивая салфетка. Для вязания такого изделия нам будет нужно несколько цветов пряжи, если вы хотите разноцветную, вот как у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5 цветов. Если же вы хотите, чтобы было 2 цвета, значит просто будете чередовать один с другим. Не будете менять цвет, так как я меняла. Также нам будет нужен крючок, который соответствует размеру нашей пряжи. Я взяла 2,5, так как у меня это была сидушка на табурет. Вы же, если у вас нитка более толстая или же вы хотите связать коврик, тогда выбираете крючок большего размера. Перед тем, как мы с вами начнем вязать, я бы хотела вас попросить подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые мастер-классы, которые выходят каждую неделю. Ну что ж, а теперь давайте приступим к вязанию. Итак, для начала делаем скользящую петлю или кольцо амигуруми. Накидываем на 2 пальца. Еще раз делаем накид, чтобы вот здесь образовался крестик. Вводим крючок под первую нашу нитку. Захватываем вторую. У нас здесь получается вот такая петля. Аккуратно снимаем с пальцев. И набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом. И одна воздушная петля, это промежуточная. То есть всего мы набрали 4 воздушные петли. Теперь в наше колечко вяжем, это первый столбик, вяжем второй столбик с накидом. Воздушная петля, колечко, третий столбик с накидом. Воздушная петля, четвертый столбик с накидом. Воздушная петля, пятый. Воздушная петля, шестой. Воздушная петля, седьмой. Воздушная петля, восьмой. Воздушная петля, девятый. Воздушная петля, десятый. Воздушная петля, берем за наш хвостик, затягиваем наше кольцо максимально туго и присоединяемся в 1, 2, 3, в третью петлю подъема соединительной петлей. Закрываем таким образом наш ряд. Дальше обрезаем красную нитку, потому что следующий ряд у меня будет другим цветом. И пока оставляем этот хвостик, берем новый цвет. И теперь, вот видите, первый наш столбик, вот второй, между ними есть пространство. В это пространство вводим крючок, захватываем нашу ниточку и протягиваем через нашу петлю. Теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь сюда же, в это же пространство, мы вяжем столбик с накидом. Делаем 3 воздушные. 1, 2, 3. Видите, у нас получилось 2 столбика, да? Первые 3 петли подъема и столбик. Теперь сюда же, в это же пространство, мы вяжем столбик с накидом. Раз. И сюда же второй столбик с накидом. Дальше вяжем воздушную петлю. В следующий промежуток между двумя столбиками вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Воздушная. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И второй. Делаем воздушную. В следующий промежуток вяжем опять 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Вот у нас получилось 3 одинарных столбика. Вяжем еще воздушную. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Воздушная. И теперь нам нужно повторить вот этот же элемент двойной.
Тут мы вязали одинарные, а здесь двойные. В следующую петлю, точнее в следующий промежуток, вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же, в этот же промежуток, вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Дальше вяжем воздушную. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Воздушная петля. В следующий промежуток вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Воздушная. В следующую вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Второй. Воздушная. И вяжем в последний промежуток 2 столбика с накидом. Первый. И второй. Теперь находим 1, 2, 3. В третью петлю присоединяемся. Вяжем 1 воздушную. И обрезаем нитку. Вытягиваем ее и приступаем к вязанию следующего ряда. Вот эти вот нитки можно связать и обрезать, чтобы они нам в дальнейшем не мешали. Вот у нас получился вот такой вот овал, да? То есть вот здесь вот на двух углах у нас должны получиться вот такие вот цепочки, вот такие промежутки. Теперь смотрите, берем следующий цвет и в наш вот этот промежуток вытягиваем ниточку и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Эти 3 петли служат первым столбиком с накидом. Теперь сюда же вяжем еще столбик. Собственно, все вязание будет столбиками с накидом, поэтому я каждый раз повторять не буду. Теперь набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь сюда же, вот в этот же промежуток, вяжем 2 столбика. Первый. Второй. Дальше вяжем воздушную и находим, пропускаем первый, второй столбик, который мы вязали в том ряду, и вот между вторым и третьим получается мы вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля, опять 2 пропускаем и в промежуток между вторым и третьим вяжем 3 столбика. Первый, второй и третий. Воздушная петля, 2 пропускаем, между вторым и третьим вяжем 3 столбика. Первый, второй и третий. Воздушная. 2 пропускаем, между вторым и третьим 3 столбика вяжем. Первый, второй и третий. Воздушная петля. 2 столбика пропускаем. Между вторым и третьим вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Теперь смотрите, мы дошли до угла, до вот этого, до большого, да, вот он промежуток. В него теперь сейчас вяжем воздушную и в него вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь сюда же вяжем еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Воздушная петля. Пропускаем 2 столбика, между вторым и третьим вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий.
воздушная петля, и так провязываем до конца ряда, пропускаем 2 столбика, между вторым и третьим вяжем 3 столбика с накидом, воздушная петля, и так провязываем до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда, провязываю последнюю воздушную петлю, первая, вторая, третья, в третью петлю я присоединяюсь соединительной петлей, делаю воздушную и обрезаю нитку. Вытягиваю ее и приступаю к вязанию следующего ряда. Следующий ряд мы, как обычно, будем начинать вязать вот с этого угла. Мы берем новый цвет. Захватываем нитку и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь сюда же вяжем еще столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь сюда же вяжем 2 столбика с накидом еще. Первый. Сюда же второй. Ниточку, вот эту хвостики, вы можете обвязывать так же, как и я. Можете оставлять так, как есть. Теперь вяжем 2 воздушные. 1, 2. Находим вот этот вот промежуток наш. Сюда вяжем 3 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. И третий. Дальше набираем 2 воздушные. Раз, два. В следующий промежуток вновь 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И третий. 2 воздушные. Раз, два. И так провязываем по 3 столбика с накидом, чередуя их с 2 воздушными петлями до вот этого угла. Вот я провязала последние 3 столбика перед нашей большой аркой. Вяжу 2 воздушные. Раз, два. В арку вот сюда вяжу 2 столбика с накидом. Первый. Второй. 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же 2 столбика, 1, 2, дальше 2 воздушные, 1, 2, и теперь нахожу первый промежуток, в него вяжу 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Дальше вновь вяжу 2 воздушные петли и до конца ряда провязываю вот в эти промежутки по 3 столбика с накидом, чередуя их с воздушными петлями. Точно так же, как мы вязали вот с этой стороны. Вот я провязала последние 2 воздушные и теперь присоединяюсь 1, 2, 3 в третью петельку. Как обычно, присоединяюсь соединительной петлей. 1 воздушная и обрезаю нитку. Вытягиваем и начинаем вязать следующим цветом, опять с нашего вот этого угла. Следующий ряд начинаем, как обычно, вот отсюда, с вот этой большой двойной галочки. Вводим в нее крючок, берем новый цвет и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь сюда же вяжем столбик с накидом. Делаем 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Теперь набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Находим вот этот первый промежуток. В него вяжем 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И третий. Опять набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Находим промежуток. В него вяжем 3 столбика с накидом. Первый. Второй. Третий. Вновь 3 воздушные. 1, 2,
3. И в следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. И таким образом доходим до вот этой нашей галочки, до вот этого уголка. Вот он мой угол. Провязываю перед ним последние 3 воздушные петли. Угол оформляю так же, как обычно. Вяжу 2 столбика. Первый, второй, 3 воздушные. 1, 2, 3. И вновь сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. Дальше вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вновь 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующий промежуток 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Дальше 3 воздушные, 1, 2, 3. И так провязываем до конца ряда, так же, как мы вязали вот здесь вот. Вот конец ряда. Провязываем последние 3 воздушные петли. Вновь присоединяемся 1, 2, 3 в третью петлю соединительной петлей. Вяжем 1 воздушную, обрезаем нитку. Вытягиваем. Следующий ряд мы, как обычно, начинаем вязать с угла. Вводим крючок, берем новый цвет и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же вяжем еще один столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И 2 столбика с накидом сюда же. Первый. Сюда же второй. Дальше набираем 1 воздушную петлю. Переходим к нашему вот этому большому промежутку. Вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Второй. Делаем 2 воздушные. 1, 2. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. Дальше вновь вяжем воздушную петлю. В следующий промежуток вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый, второй. Воздушная петля. И таким вот образом, как мы провязали вот эти вот 2 промежутка, мы провязываем до нашего угла. Вот я провязала до угла, вяжу последнюю воздушную, уголок оформляю. Точно так же вяжем 2 столбика с накидом. Только здесь мы вяжем, как всегда, 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Воздушная. В промежуток вяжем 2 столбика с накидом. Следующий. Первый. Второй. Вяжем 2 воздушные. 1, 2. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый. И второй. Воздушная петля. Следующий промежуток повторяем. 2 столбика. Первый. Второй. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же 2 столбика. Первый. Второй. Воздушная петля. И дальше провязываем до конца ряда по рисунку. Вот я дошла до конца, провязываю последнюю воздушную петлю, присоединяюсь 1, 2, 3, как обычно, в третью соединительной петлей. Вяжу 1 воздушную и обрезаю нитку. Вытягиваю вязание и начинаю вязать следующий ряд. Как обычно, вяжу вот с нашего большого уголка. Беру новый цвет.
Захватываю нитку, провязываю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же вяжу еще один столбик с накидом. Дальше вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сюда же вяжу еще 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Дальше вяжу 1 воздушную. Нахожу вот этот вот промежуток. Вот он. В него вяжу 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Воздушная. Нахожу вот этот вот промежуток между вот этими двумя красненькими. В него вяжу 2 столбика. Первый. Второй. Воздушная. Вот в этот промежуток 2 столбика. Первый. Второй. Воздушная. И теперь вновь вот сюда вот между двумя красненькими предыдущего ряда 2 столбика вяжу. Первый и второй. Воздушная петля. И так провязываю. Вот в эти вот промежутки, в каждый промежуточек провязываю 2 столбика с накидом, чередуя с воздушными петлями. Провязываю до угла. Вот я дошла до угла, вяжу 1 воздушную, как обычно, вот в промежутке. Уголок оформляю так же, как и в каждом ряду. 2 столбика, первый, второй, 3 воздушные, 1, 2, 3. И сюда же 2 столбика. Первый и второй. Дальше воздушная петля. Теперь в промежуток в следующий вяжу 2 столбика. Первый, второй. Воздушная петля. Вот в этот промежуток между красненькими вяжем 2 столбика. Первый. Сюда же второй. Воздушная петля. И так вяжем до конца ряда, как мы с вами вязали вот в этом вот ряду. Завершаем ряд, как всегда. Воздушная петля конечная. И 1, 2, 3 в третью петлю соединительной петлей присоединяемся. Делаем 1 воздушную. Обрезаем нитку и будем вязать следующим цветом. Вытягиваем ее. Берем следующую нить и, как обычно, будем вязать с нашей серединки, с нашего угла, да, вот этого большого. Набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Сюда в основание вяжем столбик с накидом в эту же точку, да. Делаем 3 воздушные. 2, 3. Теперь сюда же вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй. Дальше вяжем 2 воздушные. Раз, два. И в следующий промежуток вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй. Дальше вяжем 2 воздушные. Следующий промежуток вновь вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй. 2 столбика с накидом. И таким образом провязываем до угла. Угол оформляем так же, как обычно, как вот сейчас и в предыдущих рядах мы делали. И дальше вяжем по рисунку, то есть оформили угол. Полностью провязали 2 столбика с накидом, 3 воздушные, 2 столбика. Дальше вяжем 2 воздушные, как у нас здесь идет по рисунку. И
вот сюда в первый промежуток вяжем 2 столбика с накидом, вновь 2 воздушные, в следующий промежуток 2 столбика с накидом, и таким образом мы провязываем до конца ряда. Заканчиваем ряд, вот провязав 2 воздушные петли, и вновь 1, 2, 3, в третью петлю присоединяюсь соединительной петлей, делаю воздушную и обвязаю нитку, вытягиваю. И следующий ряд буду вязать следующим цветом. Вновь начинаем с нашего угла. Вытягиваем и набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Угол оформляем как обычно. То есть вяжем столбик с накидом, еще один сюда же. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же еще 2 столбика. 1, 2. Дальше набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующий промежуток вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. Вновь вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. Следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 2 столбика. 2 столбика с накидом. 1, 2. Вновь 3 воздушные. 1, 2, 3. Следующий промежуток 2 столбика с накидом. 1, 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. И таким образом провязываем до угла. Когда доходим до угла, угол оформляем так, как обычно, и переходим к вязанию вот этой вот части, так как мы начали вязать вот здесь. То есть, я думаю, здесь схема уже понятна, подробнее останавливаться не буду. Доходим до угла, оформляем угол и довязываем до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязав 3 воздушные. Теперь 1, 2, 3 в третью петлю. Присоединяемся соединительной. Провязываем воздушную, обрезаем нитку. Вытягиваем. Берем следующий цвет. Следующий цвет мы вновь присоединяем вот сюда. Вытягиваем. Набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. И опять оформляем уголок. Сюда вяжем столбик. Еще один. Дальше набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же вяжем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Дальше вяжем воздушную. И в следующий промежуток вот сюда вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 2 и 3. Воздушная. Находим вновь. В следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная. В следующий промежуток вновь 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная. И таким образом мы провязываем до угла, угол оформляем как обычно и продолжаем вязать дальше по рисунку. Доходим до начала нашего вязания. Вяжем последнюю воздушную петлю и 1, 2, 3 в третью петелечку, как обычно, присоединяемся соединительной петлей. Вяжем воздушную и обрезаем нитку. Вытягиваем вязание и приступаем к вязанию следующего ряда. Смотрите, следующий ряд мы будем начинать не с вот этого угла, то есть не с угла вообще. Мы находим любую вершинку наших вот этих столбиков. И под две наши ниточки
первую под вторую, вводим крючок, вытягиваем, закрепляемся и вяжем воздушную. Теперь в следующую вяжем столбик без накида. В следующую под две вот эти вот стеночки, да, вяжем столбик без накида. Теперь у нас вот здесь одна петелька, да, которая промежуточная была. Сюда мы вяжем тоже столбик без накида. Этот ряд у нас будет идти столбиками без накида. Мы будем провязывать в каждую петельку по столбику без накида. Вот у меня идет 3 петли подряд. Дальше вот она промежуточная. Сейчас я покажу, мы дойдем до угла, вернее до нашего вот этого, где было 3 петельки. Я покажу, что здесь делать. Здесь у нас раз, вот еще петелька, 2. А вот здесь у нас 1, 2, 3 промежуточные. Соответственно, сюда мы вяжем в угол 3 столбика. 1, 2, 3. И едем дальше. Вяжем в следующую петельку столбик. Следующую. Промежуток, так как здесь была одна промежуточная петля. А дальше у нас уже, видите, 1, 2, 3. То есть сколько у нас вот здесь вот столбиков, столько у нас должно быть и воздушных, вернее, и столбиков без накида. Сколько предыдущих столбиков, столько и здесь. Промежуточные петли не забывайте также провязывать. И таким образом мы провязываем с вами столбиками без накида до конца ряда. Вот таким образом. Вот я провязала последний вот здесь вот столбик, да, который был вот над столбиком. Перевяжу последний столбик без накида в промежуточную петлю. И вот в первый столбик я присоединяю соединительной петелькой, вяжу одну воздушную и обрезаю нитку. Затягиваем. Переходим к вязанию следующего ряда. Находим наш уголок и здесь находим вторую центральную петлю. То есть мы сюда вязали 3. Вот первая, вторая, третья. Во вторую вводим крючок. Вытягиваем нитку и провязываем 3 петли воздушные. 1, 2, 3. Теперь сюда же, в эту же петлю, вяжем столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще сюда вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Далее, смотрите, мы пропускаем одну петлю и во вторую, которая у нас как бы над первым нашим вот этим вот столбиком, да, вот здесь вот, который сразу идет, мы в нее, в вершинку, вяжем столбик с накидом. Дальше пропускаем 1, 2, 3. В третью петлю вяжем столбик. 1, столбик 2, 2 воздушные, 1, 2, и сюда же опять 2 столбика с накидом, 1, сюда же 2. Далее опять отсчитываем 1, 2, 3, в третью петлю вяжем 1 столбик с накидом. Далее считаем 1, 2, 3. В третью петлю вяжем 2 столбика. 1. Сюда же 2. 2 воздушные. 1, 2. И в эту же петлю вяжем 2 столбика. 1, 2. Опять считаем 1, 2, 3. В третью петлю вяжем 1 столбик. Вновь считаем 1, 2, 3. В третью петлю вяжем 2 столбика. 1. Сюда же 2. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же вяжем 2 столбика с накидом. 1 и 2. И таким образом, чередуя, вот как мы с вами здесь вязали, столбик с накидом и вот такой вот двойной элемент, мы доходим до нашего уголочка.
Вот смотрите, дошла я до угла, и получается последний мой столбик был вот как бы в последний, во второй столбик угловой, да, вот этот вот. Теперь я считаю отсюда 1, 2, это получается средняя моя петля, то есть из вот этих трех вяжу сюда 2 столбика, 1, 2, вяжу 3 воздушные, 2, 3, сюда же опять 2 столбика, 1, 2, и дальше повторяю, как было с предыдущим углом, пропускаю одну во вторую, то есть вот получается это первый вот этот вот столбик, да, здесь если считать по петлям, это будет первый, второй, вяжу столбик с накидом 1, а дальше как обычно считаю 1, 2, 3, в третью петельку вяжу 2 столбика, 1, 2, 2 воздушные, сюда же 2 столбика, 1, 2, дальше считаем 1, 2, 3, в третью петельку вяжу столбик с накидом 1. И дальше продолжаю вязать по узору, как мы вязали, вот такие вот двойные чередуем со столбиком с накидом, с одним. И вяжем там так до конца ряда. Вот я провязала последний столбик. Вот у меня осталась одна фактически петелька до нашего вот этого начала. Теперь я нахожу 1, 2, 3. В третью петлю, как обычно, присоединяю соединительной петлей. Вяжу одну воздушную. Обрезаю нитку. И перехожу к вязанию следующего ряда. Затягиваем. И переходим к нашему новому ряду. Итак, находим нашу вот эту вот галочку, наш уголок, вводим в него крючок. Набираем 3 воздушные, 1, 2, 3. Сюда вяжем еще столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Дальше смотрите, у нас вот здесь вот идет столбик единичный. Мы делаем накид и делаем лицевой рельефный столбик. То есть заводим крючок под низ нашего этого столбика и дальше выводим наверх. Вот так должен стоять крючок. Захватываем нитку, выводим, провязываем и провязываем. Теперь вот сюда, вот в этот промежуток, мы с вами будем вязать 2 столбика с накидом, первый, второй, 3 воздушные, 1, 2, 3, и вновь сюда вяжем 2 столбика с накидом, первый, второй. Далее находим наш следующий столбик и вновь повторяем, делаем накид и провязываем лицевой рельефный столбик. Вот так вводим крючок, вытягиваем, провязываем 1 и 2 раз. Теперь переходим к вязанию вот этой арки, вяжем опять 2 столбика с накидом, 1, 2, 3 воздушные, 1, 2, 3. И сюда же вяжем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. И таким образом провязываем до угла, чередуя рельефные столбики с вот такими вот арками. Вот мой угол, и его я оформляю так же, как обычно. 2 столбика. 1, 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. И сюда же 2 столбика. 1, 2. А дальше продолжаю вязать по схеме. Следующий у меня идет рельефный столбик. Я его провязываю. И дальше, точно так же, как мы вязали, мы вяжем до конца ряда. Вот последний рельефный столбик. Теперь 1, 2, 3 присоединяемся в третью. 1 воздушная. Обрезаем нитку. Берем новый цвет пряжи.
Следующий ряд вяжется так же, как и предыдущий. Вот он наш уголок. В него мы вводим крючок. Набираем 3 воздушные. 2, 3. Сюда вяжем столбик с накидом. 3 воздушные, как в уголке обычно. 2, 3. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Первый. И второй. Далее мы находим наш рельефный столбик, провязываем. И дальше вяжем промежуточные столбики, то есть вяжем 2 столбика. Раз, 2, 3 воздушные. Раз, 2, 3. И теперь сюда же 2 столбика. Раз, 2. В общем, дальше опять вяжем рельефный и так провязываем до конца ряда, точно так же, как мы вязали предыдущий ряд. Вот я провязала последний рельефный столбик. Теперь в третью петлю 1, 2, 3 нахожу ее, присоединяю соединительной петлей, делаю одну воздушную и обрезаю нитку. Вытягиваю и приступаю к вязанию следующего ряда. Берем новый цвет, находим наш уголок, именно уголок, вот он, ориентируйтесь по предыдущим рядам, потому что здесь у нас, в принципе, последние несколько рядов вязались примерно как наши углы. Находим уголок, вводим крючок, вытаскиваем нитку, провязываем 1, 2, 3 воздушные, сюда вяжем еще 2 столбика с накидом, первый, второй, здесь немножечко меняется. Теперь набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, и теперь сюда же еще вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй и третий. Дальше у нас с вами идет рельефный столбик, мы его провязываем как обычно. То есть делаем накид, вводим под наш столбик крючок и вытягиваем нитку, провязываем. Теперь в каждый вот такой вот промежуток мы будем вязать 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика. Вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. 3 воздушные, 1, 2, 3, и вновь вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. Дальше мы вяжем рельефный столбик и так продолжаем до конца ряда, то есть здесь мы уже не акцентируем внимание, где у нас угол, где у нас промежуточные вот эти вот элементы. Везде мы вяжем одинаково. В промежутке мы вяжем 3 столбика с накидом, 3 воздушные, 3 столбика. Вот сюда, там где у нас один столбик, вяжем рельефный лицевой столбик. И так провязываем до конца ряда. Вот я провязала последний рельефный столбик. Теперь 1, 2, 3 в третью петельку присоединяюсь, как обычно, соединительной петлей. Делаю одну воздушную и обрезаю нитку, вытягиваю и приступаю к вязанию следующего ряда. Опять нахожу вот эту вот серединку, уголок наш, вытягиваем нитку, вяжем 3 воздушные, 1, 2, 3. Теперь сюда же вяжем еще 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. Теперь набираем 2 воздушные, 1, 2, и сюда же опять вяжем, то есть как бы видите, у нас получилось 4,
нашими первыми петлями подъема. Тут 4 столбика, 2 воздушные, и сюда еще 4. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываем рельефный столбик. И дальше мы вяжем следующий промежуток. Вяжем 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше вяжу 2 воздушные. Раз, два. И сюда же вяжу 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Дальше вяжу рельефный столбик. И вновь повторяю вот такой вот элемент. И так вяжу до конца ряда. То есть рельефный столбик, дальше вот сюда вот промежуток вяжу 4 столбика с накидом, 2 воздушные, 4 столбика с накидом. Опять перехожу на рельефный столбик. И так провязываю до конца ряда. Вот я провязала последний рельефный столбик. В третью петлю я, как обычно, присоединяюсь соединительной. Вяжу одну воздушную и обрезаю нитку. Вот такое вот изделие у меня получилось. Надеюсь, что у вас тоже. И на этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до новых мастер-классов. Пока-пока!